или случайность? Так что перестройка на три этапа делится. Перестройка, перестрелка, перекличка. Сейчас второй этап только начинается. Скажите, а терраска и спецслужбы не осуществляются все, которые у нас? Естественно, а кем же еще? Или вы думаете, что есть террористы, которые сами там по себе, что ли, никем не контролируются? Есть, конечно, фанатики, но их тут же сразу отлавливают и заставляют работать на мировое правительство. Большинство из них могут и не подозревать даже, на кого они работают. Потому что лапшу на уши можно так навешать, то есть сделать бомбиста там под каким-то исламскими там лозунгами, и он будет уверен, что он Аллаху служит там и пойдет. Большинство так и есть. Но на самом деле те, кто наверху стоит, их направляют в нужную сторону. То есть все контролируется. Поставьте себя на место мирового правительства, и чтобы вы не перехват управления не сделали, если они спецы в этом. То же самое по всему миру. Это наивные люди думают, что правительство наше это одно, а значит, в Пентагоне это другое правительство. А на самом деле по всем странам, вот возьмем сейчас по всему миру, правительство единое, мировое. Вот наглядный пример на Новый год, я же вам рассказывал там, кто новогоднюю передачу смотрел. Там куклы, и пока да, президенты всего мира, значит, поздравляют Елизавету II, там, также английскую королеву. А она во главе мирового правительства стоит, и это было в открытую показано. Вот кто смотрел эту передачу? Я видел. Смотрел, да? Там Галкину звонил, Галкин, алло, там что там, первый канал, второй канал ушел. Что-то мало платят, что-то такое было. То есть в открытую все было показано. Мне бои прям взяли, я обычно телевизор не смотрю, а тут включили, я говорю, не-не-не, давай посмотрим. И вот я своими глазами это все видел, думаю, вот это да, прям в открытую все показано. Эти там докладывают все, ну там, и Совет, да. Там, и с Украины, ну все президенты ей докладывают, короче. Да, все президенты, да. Да, все эти. То есть было показано, кто был здесь на планете хозяин на самом деле. То есть они даже это не скрывают. А вот сейчас наши оккупационные правители, да, они же по гену русские. Каким образом они стали служить мировым правителям? Чего ты взял, что русские? Они не русские. Свидов русские. Я как-нибудь тебе это отдельно расскажу, как становятся президентами. Президент — это поставленный резидент также. И чтобы пройти, там нормальный мужик не сможет пройти. Там все основано на гомосексуализме. И сразу видно, если у тебя там реакция на это, нет реакции, и там такая чернушная там место проводится, что нормальный мужик там не пройдет. Это везде. Это у тварей. Они же это двуполые существа. Россия, два в одном флаконе. Это по всему миру. И в России в том числе. Не может туда нормальный человек проехать. Да. Там только нелюди проходят. То есть в Иране президент то же самое? Да везде. Кто этих неугодных не убирает? Конечно. Это нам говорят, что о, враги там друг другом бодаются. А на самом деле только у холопов чупы трещат. Так же. Народ уничтожается, а те, кто у власти, он остается тут всегда в выигрыше. Даже в интернете сейчас вылезло, копнули, вот кто кому родственник доводится. И там французский президент, братом там в другой стране, они там целая сеть уже родственников. Да единое мировое правительство, оно давно уже. А нам лапшу на уши вешают.